Словами просто не передать. Красота. Хоть, конечно, дорога сюда очень плохая, но это того стоило. Да и имея внедорожник, грех не заехать на самую вершину. Дорога до сюда, можно сказать, в принципе, хорошая, асфальтированная. Только последние километры очень плохая. Туристов очень много. Много палаток. Самые настоящие горы. Жалко, приехали очень поздно. Особой яркости нету. Успели перед самым закатом сюда приехать. Вода просто зеленая. Очень, конечно, красиво. Закат просто восхитительный. Находясь на вершине горы, просто непередаваемое ощущение. На вершину поднимаются только внедорожники с полным приводом. Советую всем посетить это место. В описании я напишу, где это находится. Всего хорошего. Спасибо за просмотр. До новых встреч.